Акции Apple подорожали на 3% и достигли исторической отметки 182,86 долларов за штуку. В итоге компания стала лидером в рейтинге крупнейших по капитализации мировых компаний. Рыночная капитализация Apple достигла 3 триллионов долларов, и Apple стала первой в истории компании, чья рыночная стоимость достигла такого показателя. По мнению аналитиков, достижение компании является символическим. Оно демонстрирует продолжающийся оптимизм инвесторов в отношении крупнейшей в мире IT-компании и ее перспектив роста. За 4 минувших года капитализация Apple выросла втрое, выручка растет во всех категориях продукции, увеличившись год к году на 29%. И хотя ключевым продуктом компании остается iPhone, направление услуг за год нарастило выручку на 25,6%, до более чем 18 миллиардов долларов за квартал. Эксперт компании Wedbush Дэниел Айвс предполагает, что одно это направление бизнеса корпорации можно оценить в 1,5 триллиона долларов. При этом некоторые эксперты полагают, что акции Apple продолжат расти как минимум до 200 долларов за штуку. Напомним, что в 2021 году акции Apple выросли почти на треть, хотя в 2020 году их рост составлял около 80%. Ценные бумаги таких гигантов, как Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, в 2021 году выросли от 10 до 70%.